Жилой комплекс «Гранд энд Гранд» возглавил топ ЖК 2023 в регионе. Его возводит в Уфе группа компаний «Первый Трест». Всего во всероссийском конкурсе новостроек приняли участие свыше 1500 проектов. Его пятый год проводят портал «Единый ресурс застройщиков РФ», Комитет Российской торгово-промышленной палаты, Комиссия РСПП по строительству и жилищной политике и Национальное объединение застройщиков жилья. Лучших определяет по 155 номинациям. Эксперты оценивают 133 параметра. Так, руководитель портала Кирилл Холопик отметил, что «Гранд энд Гранд» – очень современный жилой комплекс с интересной архитектурой. Высотность, то есть мы же понимаем, что это же не просто так дается. Да, то есть эти решения, они довольно дорогие для застройщика, но, соответственно, ему удалось найти баланс, да, между ценой, то есть он смог как бы так сформировать цену, чтобы сделать еще и красиво. Да, то есть, вот, ну и очень удобная там планировка, наличие полного функционала для людей, которые проживают там. Главное, это можно определить словами, то есть создана по-настоящему комфортная среда для проживания. Ну, мы понимаем так, что они просто им сейчас счастливы там жить. «Гранд энд Гранд» расположен в центре столицы на улице 50-летия Октября. Жилой комплекс включает три дома разной этажности. Архитектурное решение фасадов, общих зон, безопасной дворовой территории делают проект уникальным на рынке недвижимости бизнес-класса Уфы. Высокие потолки, продуманная планировка, большие окна обеспечивают комфорт и уютную атмосферу. Одной из особенностей здания является, это, наверное, наши уникальные большие мопы красивые, которые применяются достаточно интересные материалы, которые, ну, редко где увидишь. Назовем это вишенкой на торте. Это уникальные фасады цвета благородной медь, которые, ну, по региону, наверное, нигде не встретишь даже. Были выполнены в том числе и витражное остекление в пол. Мы высоко ценим полученную награду. Это еще раз подтверждает, что вектор нашей компании был выбран верно, и мы стремимся каждый раз создавать уникальные архитектурные, продуктово-технологические решения. Награждение победителей прошло в рамках конференции «Многоквартирное строительство. Новые вызовы и перспективы». В ходе деловой программы участники в формате форсайт-сессии обсудили основные тренды в девелоперском продукте: архитектура, парковочные дворовые пространства, входные группы, подъезды, квартиры, умные МКД. А эксперты отметили, девелоперы Уфы показывают стремительный рост качества проработки и реализации проектов.